о том, что происходило сегодня, какие еще версии и прогнозы у нас по предстоящим событиям, что может случиться, к чему готовиться. Есть мнение экспертов, как я уже до этого говорила, которые исключают повторные толчки. Есть кто говорит, что нужно к чему-то готовиться. Как уже ранее я рассказывала, Мухтар Хайдаров, независимый сейсмолог, дал интервью изданию Tengri News, и он рассказал нашим коллегам о том, что, возможно, это активизировался так называемый Кеминский разлом на границе Казахстана и Кыргызстана, и с ним связано мощное кеминское землетрясение 1911 года, которое произошло у нас в регионе. И вот по словам Мухтара Хайдарова, цитата, если очаг кеминского землетрясения того 1911 года возбудился, ничего хорошего в этом нет. Тогда было Вернинское землетрясение, и дальше он рассуждает о том, что нужно быть готовыми ко всему, и после таких толчков какое-то продолжительное время, несколько часов, а то и даже несколько дней, побыть где-то вдали от эпицентра или вдали от каких-то опасных, на ваш взгляд, объектов. Об этом Мухтар Хайдаров сегодня рассказал нашим коллегам. Ну и если делать выводы из этого, то, как мы уже неоднократно сегодня говорили, нужно быть готовым ко всему. Это и тревожные чемоданчики, и боксы с самым необходимыми вещами в ваших дворах. И об этом еще поговорим. Так, ну и будут ли повторные толчки? Это главный вопрос. Сейсмологи наши тоже сегодня проводили пресс-конференцию и давали прогнозы на этот счет. Значит, по их словам, на 70% есть вероятность, что повторных толчков на территории Алматы и Алматинской области не будет. Об этом сегодня заявил директор сейсмоцентра в Алматы Даулет Сарсенбаев. У нас есть его заявление. Давайте послушаем. Уважаемые жители и гости города Алматы, в 11 часов 22 минуты произошло землетрясение. Авторшоки возможны, но уже с меньшей силой и ощутимостью. Просим вас сохранять спокойствие и находиться в местах сбора населения предварительно до 16:00. До 16:00 и даже позже были люди сегодня в Алматы во многих дворах на улице, а некоторые просто уезжали из города, мы все видели эти пробки, наблюдали. Так, но многие зашли потом благополучно домой. И вот сейчас я вижу уже, да, к нам подключился наш заслуженный строитель Мухтар Айсаутов с нами на связи. Именно с ним мы проговорим еще одни важные вещи. Где в Алматы безопасно, а где опасно жить, что делать. В общем, то, о чем мы весь стрим уже больше часа и обсуждаем. Мухтар Каскенович, как слышно? Добрый вечер. Нормально, добрый вечер. Ну, скажите нам, насколько сегодняшние толчки были угрожающими для алматинских построек? 5 баллов – это серьезный тест для наших домов, школ, больниц? Прошли мы этот тест? Ну, серьезный тест, я думаю, в январе тоже было, сегодня, между прочим, тоже. Ну, люди, конечно, неожиданно все сегодня получилось, но, тем не менее, по сравнению с тем землетрясением, сегодня как будто город организовался, сирены были, люди все вышли на улицу. Это уже показатель, положительный показатель. Я думаю, что это нормальное явление. И мне хотелось сказать, но сегодня многие выступали, и вот этот профессор с Киргизии, он дал объективную оценку, он все правильно высказался. И, видите, они тоже хотят помогать друг другу, союзной республике. Но почему-то наши сейсмологи отказались, это тоже непонятно. Это, я считаю, неправильно. Надо быть патриотом своей страны, надо думать о людях. Но, к сожалению, таких сегодня не так уж и много. Каждый боится за себя что-то лишнее сказать, что ли, что-то боится, что ли, или им это самое. Думать все равно, но это неправильно. Надо быть патриотом страны, надо думать о людях. Это очень приятно было, как это... Да, Мухтар Каскенович, а вот, да, если по вашему профилю сейчас вот точечно говорить, вы же видели тоже, да, вот эти видео и ролики, что скидывали люди с трещинами, и как будто бы последствия вот сегодняшнего землетрясения, они более существенные и более тревожные, чем январские. Как вы оцениваете, как строитель, ну вот, состояние жилого фонда, в частности, Алматы?
Я говорю, трещины всегда бывают, это строительство. Вот люди многие в стройках не разбираются, и начинают все становятся себе строителями. Трещины всегда бывают, даже без землетрясения. Это не факт, это не показатель. Но все равно, конечно, это я сегодня в некоторых зданиях маленькие трещины была, но 5 баллов это тоже немало. Это, между прочим, до 7 баллов там 2 балла не хватало. Это все равно урок был большой для строителей. Но я хотел сказать, что вот те дома, которые были построены в Советском Союзе до 87 года, домостроительный комбинат АДК наш, алматинский. Поэтому в советское время почему АДК создавали? АДК, да, алматинский домостроительный комбинат, в других регионах тоже были домостроительные комбинаты. Они бетонные, у них в основном на основании у них были бетонные, а некоторые даже кубиками ставили когда-то. Да, строители знают, как это делалось. Или опалубкой заливали арматуру. Это, конечно, крепкая стена, крепкий фундамент. Основное строительство – это, я говорю, это основание. Основание – это как ноги у человека, это основание. Если основание нормальное, значит, дальше тоже пойдет нормально. Если основание нормальное, то это уже очень сложный вопрос. Для этого, когда в советское время срок строительства был, год-два месяца, все равно делали фундамент, потом как-то выдерживали, проверяли, вытягивали. А такого сегодня нету. За 3-4 месяца 9 этажей поднимать. Потому что в Алмате нежелательно строить 9-этажные, 12-этажные дома. Здесь максимум надо было 5-6 этажей. Это было при Советском Союзе, когда гостиницу Казахстана строили, 26 этажей. Это Кунаев, как член политбюро, добился, чтобы какое-то большое здание было красивое в Казахстане, в Алмате. После этого было тогда, когда это здание строили, приехали все ведущие проектные институты Москвы, Ленинграда, Киева. Они все это рассчитывали. Наши специалисты, там фундамент, это основание, движется как на рельсах. То есть вы не поэтому считаете, она, что современные постройки, это вот как после 90-го года, какие-то современные постройки 2000-х, они не сильно надежные, вот если оценивать вот то основание, о котором вы говорите, что это как бы основа всего? Мы сегодня видели, как Алматы, как пострадала Алматы Тауэрс, например, оттуда тоже видео сливали в сети, там выбитые стекла, и попадала мебель, и как будто бы там и на стенах да, что-то. Вот. А это вот как раз о том, как строят ну, вот, ближайшие последние несколько десятилетий. Я об этом говорил буквально месяц назад. Вот эти стеклопакеты, которые на Аль-Фараби, это для нас, по-моему, она не подходит к нашим сейсмическим зонам. И там все-таки, когда вот это идет вертикальное землетрясение, горизонтальное землетрясение, вертикальное – это уже идет вертикально удары. Тогда вот этот металл, который, на котором держится это заполнение, она погнется. А когда она будет гнуться, стекла полетят, разобьются и пойдут. Я думаю, что это очень страшные вещи. Поэтому нам, я считаю, что от стеклопакетов надо от этого отказываться. Надо заполнение кирпичное, стеновые панели должны быть... ну, как в советское время, а заполнение должен быть или кирпич, или какой-нибудь другой вариант надо придумать. Но этот стеклопакет меня, например, как строителя, не устраивает, и об этом я говорил уже без землетрясения, лет 5-10 назад так говорил. Свое, мое мнение, это как строители. Ну, а что сделаете? Самое главное, сейчас мы стали быстро строить, за 3-4 месяца 9 этажей поднимаем. Никто не проверяет, ни ГАСК, ни представителей акиматов. Когда стройка заканчивается, раньше, когда дом сдавали, многоэтажный или пятиэтажный, там члены комиссии, человек 15 был, пожарники, ЧС, утверждал зампред горисполкома, или сегодня, как говорится, замакима должен утверждать. Этим мы не занимаемся. Сдают, продают, на этом все закончилось. Да, вот а про этот аудит, о котором говорили до этого, что нужно срочно проверять жилой фонд на сейсмостойкость. По вашим наблюдениям, проводился этот аудит? Вообще кто-то ходит, хотя бы сейчас проверяет дома, какие нужно укрепить, какие неустойчивые, где что? Вот после январского, особенно землетрясения, были какие-то такие подвижки в этом направлении? Я лично сам не видел, какой аудит проходил, но такое постановление, по-моему, Кабинет министров, и когда вот президент приезжал в Алмату, он об этом говорил, что надо ревизировать. Но после приезда президента все-таки какие-то улучшения появились в городе. Сегодня уже это показало, сегодня народ уже не так, как раньше. Все это самое, какие-то, ну,
как вам сказать, что они какие-то волновались, кто-то с этажа прыгал. Сегодня такого уже нет. Сегодня как-то более дисциплинированно выходили люди на улицу, и все-таки лица у них были такие, да, знаете, это со стороны людей, а вот, да, со стороны служб и чиновников, что делается, другой вопрос. Скажите, пожалуйста, тоже как специалист, у зданий накопительные... Все вы правильно говорите, мы любим критиковать чиновников. Чиновники тоже такие же люди, как и мы. Все верно. Обыкновенные люди, но я вам хочу сказать, что... Да, но мы чиновникам, понимаете, платим зарплату, и как будто бы мы имеем право спрашивать. Да, ну это понятно, я вас понимаю. Ну, вопрос в том, чтобы создать комиссию, надо в эту комиссию, чтобы входили нормальные специализированные люди, строители, сейсмологи, ЧСники. И это должна быть создаться какая-то комиссия в Алматы. Ну, я вам скажу, в каждом районе. И, город большой, мегаполис. Поэтому, знаете, каждый район должен взять на себя, каждый акимат района эту миссию должен взять на себя, создавать комиссию, они должны ходить по каждому долу. Ну, определить, если человек с опытом, с практикой, он не обязательно ему там измерять шагами. Он подойдет, посмотрит, он скажет, этот дом, ну, 7-6-7 баллов выдержит. Ну, а этот дом, это очень, надо будет к нему подойти осторожно. Поэтому, знаете, это вопрос очень сложный, но этим надо заниматься. Я согласен с вами, но надо создать для этого доброкачественный, со стажем людей. И сегодня, понимаете, еще один вопрос. Сегодня наш сейсмолог нет молодых. Вот видите, одни пожилые люди выступают. А где молодежь? Надо их обучать, отправлять в ту же Японию на обучение ЧС по своей структуре. Или какой-то, даже вот тут недавно в Турции был, надо бы съездить, посмотреть, как это все случилось. Вот особенно это должен заниматься акимат города Алматы. Отправлять людей, смотреть, на ком основании тут все это случилось. В чем причина? Мы же этим не занимаемся. Надо искать причину, с чего так это все пошло, что в свое время, помните, Ташкент тоже был крупный землетрясение. Спитаки были, весь Союз работал. Сейчас Ташкент, смотрите, нормальные дома, там проблем нету. Это потому что советские строители ее строили. Поэтому я думаю, что надо заниматься нам всем. Ну вот, надо обучать молодежь. Вот сегодня про мы то, говорим, что заниматься нам всем, да. Да, Мухтар Каскенович, хотела еще спросить про вот личную ответственность людей, когда ждать помощи сильно неоткуда. А могут ли жители сами позаботиться о сейсмоустойчивости, о сейсмоусилении своих домов, например? Несколько вот советов дайте, как это можно сделать? Они вообще могут за это сами взяться, когда к ним никто не приходит и аудит не проводит? Например, я вас понял. Например, частные дома, ну там в частных домах, например, сам хозяин. Он, никто ему помогать не будет, он должен сам заниматься. Он, наверное, чувствует, в каком доме он живет. А вот эти большие дома, девятиэтажки, целые микрорайоны, там должен быть какой-то, создаваться какой-нибудь, наверное, ПЧС, или люди должны быть, или этот ЖК, или этот, как их называют, которые этим занимаются. Они должны этим заниматься, выделять, должны деньги, собирать народу деньги. И все-таки надо... Я думаю, что вот этот работник ЖК, который... Ну, в каждом же есть кооперативы, они этим должны заниматься и вызывать сейсмологов, вызывать строителей и определить, и дать, как вам сказать, ну, анализ своему дому, в котором люди живут. Ну, 9 этажей, где там много людей, где-то какую-то сумму надо выделять, я думаю, акиматы и люди должны добавлять. И надо сделать какую-то хоть визуальную проверку, потом уже можно конкретно сделать. Если дом подлежит какому-то реконструкции, ремонту, тогда надо это тоже определить, это должно быть актом, это должен быть, как вам сказать, не один человек, а целая комиссия должна подписать, специалисты должны подписать. Вот тогда это дело пойдет, я так думаю. Ну, я вам говорю, в наше время каждый человек хочет жить, наверное, тем более сегодня уже, как говорится, сигнал в Алматы уже пришел, в январе было, сейчас вот в марте тоже, поэтому надо готовиться, надо определяться, надо создавать хорошую комиссию со специалистами, которые, ну, я вам скажу, критиковать мы все можем, но надо специалистов, которые... Спасибо, годами... Мухтар Каскенович, да. И заботиться о своей безопасности самим. Спасибо большое, что вы были с нами в прямом эфире. С нами был Мухтар Каскенович Айсаутов, заслуженный строитель Казахстана. Спасибо вам, всего доброго. Да, и у нас еще нужно несколько важных вещей проговорить. Да, всего доброго.
Что касается официальных прогнозов, напомню, комиссия по оценке сейсмической ситуации дала заключение, что в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона, это, вероятно, Алматы область, сильных землетрясений не ожидается с вероятностью 70%. Как высчитали проценты, правда, специалисты не поделились. Ну и опять же, никакие даже самые оптимистичные прогнозы не могут полностью справиться с тревожностью. Так устроен человек. Многие сильно сегодня переживают. Тут, как нам кажется, важно обсудить очень быстро и коротко эти вещи с профильным специалистом. Как не поддаваться панике, какие упражнения помогут успокоиться и, главное, держать ситуацию под контролем. Давайте сейчас попросим дать советы нашего психолога. У нас на связи Наталья Ким. Добрый вечер, Наталья. Ким, Да, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы с нами. Да, вы вот, я коротко о вас скажу, вы не просто психолог, а именно специалист, который работает с людьми, пережившими сильный стресс, вы работали с теми, кто в Украине переживал бомбежки, да, поэтому да. Вы знаете, как работать вот с такими людьми, которые получили такую вот травму. У нас сегодня произошло землетрясение, что посоветуете вы? Ведь стресс — это одно, но потом наступает тревожность, это такое перманентное чувство, с которым человек может долгое время жить. Как справиться? Давайте прям коротко несколько советов. Хорошо. Ну, прежде чем начать, я хотела бы сказать, во-первых, ребят, если вы понимаете, что вы уже несколько дней не спите, если вы нормально не можете войти в свой естественный ритм, то вам необходимо вот просто вот красной кнопкой обратиться к специалисту. Причем выбирайте специалиста, пожалуйста, по его квалификации, потому что я понимаю, что многие наши, ну, мои коллеги разводят, скажем так, клиентов, да, на месяцы. Это не должно быть месяцами, максимум это 3 часа работы, причем мощный такой, конкретный. Вот, поэтому сейчас я хотела бы вам дать одну хорошую такую замечательную технику, которая называется метод Шапира или билатеральная стимуляция мозга. Этот метод был разработан специально американским психологом-психотерапевтом для такой экстренной психотерапии. Поэтому что происходит во время стресса? У вас в голове фиксируется определенная картинка. Вот сейчас, пожалуйста, отстранитесь, вот встаньте как-то вот достаточно или сядьте так, как вам будет удобно, и вспомните ту картинку, которая ассоциируется у вас со словом «землетрясение». Для кого-то, кто-то, кого застало это землетрясение, кто-то был за рулем, вы видели, как трясся руль машины. У кого-то это чашки на кухне звенели. У кого-то это была школа, например, да, если школьные учители, там лампы тряслись. Обязательно в вашей голове есть фиксация какой-то картинки страшного вот этого ужаса, который вы пережили. Сейчас вспомните эту картинку. Вот прям вспомните, я понимаю, что неприятно, я как хирург, иногда мне приходится делать больно для того, чтобы было хорошо. Вот второй момент. Сейчас зафиксируйте, пожалуйста, что вы почувствовали в теле. Это может быть ком в горле, может быть у вас. Может быть у вас было ощущение дрожания конечностей, либо, например, какой-то спазм в желудке. Прям ощутите. У кого-то может быть в разных местах тела. Это обязательно происходит. Сделали? А теперь, ребят, смотрите. Вот эту картинку, которую вы сейчас представили, есть задний фон, когда вы смотрите на картину, а есть передний фон. Вот сделайте ее задним фоном, а передним фоном вот поставьте либо свои пальчики, либо можете смотреть на мою руку и буквально 20 движений глаз. Почему? Потому что глаза — это выросты мозга. При стрессе первое, что застывает у вас в теле, — это ваши глаза. Поэтому, ребят, давайте вместе со мной смотрите на мою руку и 20 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И теперь вверх смотрим. Причем старайтесь, ребят, не двигать головой, а двигать именно глазами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дышим. Семь, восемь, девять, десять. Теперь диагональ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Вторая диагональ также. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь по кругу смотрим и в обратную сторону. И завершаем обязательно вот такой вот горизонтальной восьмеркой. Смотрим глазками. Угу. А теперь скажите, пожалуйста, то чувство, которое у вас было,
делала до этого упражнения по 10-бальной шкале, где 10 – это был максимальный пик и уровень вашей тревожности. Насколько он сейчас у вас снизился? Почувствуйте это, скажите, пожалуйста, и отметьте про себя. Это экстренное, это действительно, несмотря на то, что оно кажется таким простым упражнением, оно для многих рабочий, может спасти, да? Это рабочие по факту вещи. Разум. Угу. Это экстренная психотерапия, да, ребят. И если вы понимаете, что это вам, ну, не помогло сейчас, да, что вы все-таки еще находитесь в таком достаточно зажатом состоянии, я вас приглашаю, приходите, мы уберем, если нужно, за 2 часа сделаем, потому что нельзя находиться постоянно в таком стрессе, это приводит к заболеваниям. Вот то, что было в январе, сегодня мне просто оборвали мой телефон, потому что я прекрасно, да, понимаю, происходит. Угу. Происходит какой-то стресс, и, значит, и через неделю у человека появляется не просто тревожность, его начинает трясти. Это накопительный эффект. Уже, да, на уровне соматики, да, он, да, да, заболевает. Спасибо, через Наталья. Полгода, чаще всего, да. Ну, да. Так что, ребят, если нужно, не копите, идите к специалисту, который работает быстро. Ну и сейчас отличный сеанс, я думаю, для многих он был полезен. Наталья, спасибо большое. К сожалению, у нас время совсем критически и на исходе. Спасибо, что были с нами. Наталья Ким, психолог, была с нами на связи, дала несколько очень важных и практичных советов, как действовать в экстренной ситуации и справиться со стрессом. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Да, друзья, я еще хотела в конце быстро вам напомнить, что помимо того, что в городе и области работают пункты обогрева, в Алматы, Алматинской области и области ЖТСУ люди могут позвонить на специальные номера. Это горячие телефоны, горячие линии. Они сейчас тоже у нас на экране появились. Запишите, запомните. Контакты, ну, мы надеемся, что все они доступны. И специалисты могут проконсультировать по различным вопросам касательно безопасности, землетрясения, как реагировать и куда обращаться. Вот по этим номерам.